Все тараканы к нему в нору залезли. Да. О, он заметил, поймал. Ну, там еще один есть. Я так и не выяснил пол, хотя я маленько. И в нору. А там еще один ждет. Хотя еще этот не парализован. Вот так вот паук, если голодный, выходит на арену, ой, паутинку делает. Если паук голодный, он выходит на арену ночью, ну или вообще когда темно. Ну, не на арену, а на поверхность просто из норы вылазит. А если он поел, то он выносит мусор. Сейчас где-то посередине арены сейчас там валяется. Комок. Я не знаю, как он это делает, но он сначала парализует, высасывает внутренности разжиженные. Ест. Потом просто зажевывает все, что осталось. И как сова отрыгивает. Я так это представляю. Хотя, я думаю, у него яд по-другому работает. И он не высасывает внутренности супом, а просто жрет. Паутине стенки. Все, пусть ест.